Вот вы уже 5 месяцев у власти. Скажите, пожалуйста, что вы сделали и что еще предстоит вам сделать? Ну, трудно сказать, перечислить за 5 минут, что мы сделали. Мы сделали то, что, во-первых, перекрыли все коррупционные персональные потоки в Одессе. Мы с труд грехом пополам, но начали строительство Одессы-Рени, что и обещали. Мы сократили 2 раза госаппарат и реально создали новые службы, типа служба обслуживания граждан, которая самая быстрая в Украине. Мы наводим порядок на таможне, все, я думаю, это чувствуют. Мы создаем сейчас МРЭО электронное. Мы в Одессе вместе с центральными властями создали Одесскую патрульную полицию, с которой очень активно работаем по грузинской модели. И в целом я считаю, что очень много интересных новых инициатив. Я думаю, что мы нашли много новых людей, 26 новых глав администрации. То есть все главы администрации были заменены. Так что какие-то вещи двинулись. Конечно, это далеко от того, что я бы хотел создать для Одессы. Мне гораздо больше почти планы для Одесской области, в целом по Украине.